вот это вот письмо еще один подарок мне, лично мне. Это такие известия получать, это слов нет. Итак, здравствуйте, Валерий Константинович. Это мне, знаете, кто пишет? Это мне пишет автор вот этой великолепной книги. Сегодня мы еще одну главу прочитаем. Вот. Немытов Алексей Юрьевич. Он мне пишет. Сегодня общался с известным вам Баулиным Александром Юрьевичем. Нам, вот, дальше. У нас сейчас морозно. А, ну, кстати, его нынешнюю должность не знаю, но недавно он был директором института, Мясского института, совсем недавно, и заказывал мне кусочки. У нас сегодня морозно, до 38, тревожно за сад. Александр Юрьевич сказал, что не переживает только за ваши абрикосы. Плоды у них по-прежнему вкусные. Это лет 10 прошло, как за плодоносили мои. Вот. Генеративные почки выдержали в прошлые годы минус 38. Плодоношение в среднем в районе 40 килограммов. Кстати, он тут не все написал. И у других так примерно полкилограмма. Это в среднем. Он не только у меня доставал саженцы. Цветки выдержали в возвратной заморозке 7 градусов. Это сенсация, ребята. Вот. И это информация не от меня, а от директора института. Вот. Научного. Сеянцы ни разу не поливались, не обрабатывались от болезней, только пропалывались. Вот. Он знаком с моей технологией, поэтому это, как сказать-то, я не говорю, что он без меня бы этого не так бы делал. Но однажды я схватился за голову, ребята, и когда я увидел, книги меня заставили, чтобы дали 5 гектар, заставили учить книги, по которым учат студентов. Вот. А там было еще через запятую. И что получалось там обязательно? Все, что можно было в саду сделать, горбатясь, все это предписывалось сделать. Вот. И в какой-то момент за мной пошли люди, те, которые сказали, а нахрена я все это делаю? Железов сказал, не надо, и у него есть сад. Читаем дальше. Защитных полос нет. Вот, местность открыта, это плохо. Сказал, это он сказал моему другу, ученые, что абрикосами помогает выживать мощная корневая система. Центральный корень кончает с большой глубины своеобразный антифриз. Че? Это самое... Откуда пошла термин антифриз? Догадайся одного раза. Для выживания морозный период. Выразил надежду, что это поможет пережить и нынешнюю зиму. И так, передает вам большой привет, это Ваулин, и благодарен за ваш труд. Ну, а я с большой радостью доношу это все до вас. Понравилось ли вам что-то из моей книжки? С уважением, Немытов. Книжку я показал чуть позже, прочтем очередную главу. Так, дальше. Вот, значит, напоминаю, лет 12-15 назад он у меня выписал. И как получилось, что он выписал у меня... манжурские абрикосы, сеянцы, сам массив и 3 культурных абрикоса. Через год он мне отчитался, сказал, что они дали первый урожай. И ваши абрикосы, это со слова Улина, по телефону, правда. Вот. Ваши абрикосы крупнее. Может, не его лично, а вот там в их краях, 3 раза. Вот. Ну, а сами понимаете, Королевский был тогда и... по-моему, Серафим и Амур. Я тогда только эти продавал. Я скажу, как, ну, как сказать, ну, как для прикола. Сейчас скажу, как это. Что такое для прикола. Значит, я ему по телефону разговариваю, я такой надутый. Ко мне ученый обратился. Это, кстати, первый последний раз. Представляете, после этого, сколько можно было наукой сделать. Вот. Я ему сказал, мои не погибают. Вот. Но они стоят деньги. Значит, он сказал, сколько они стоят. Вот эта фраза, вот, ой, нет, стоит ли говорить. Короче, он сказал так, это если для вашей дачи, я вам это самое, за полцены. А если это науки, которая, кстати, ну, как бы сказать, на которой у меня такой зуб вырос. Значит, за нормальную цену, мою, ну, как всем, как всем. Он сказал, это для науки.
Видите, что получилось?